Привет, мои друзья! А пойдемте-ка со мной, я вам покажу, где находится наша вилла. Вилла Петрова. Вот Адриатическое шоссе. Это основная улица, по которой ходят все автобусы, маршрутки, вообще весь транспорт. Никак не заблудишься. Основная улица. Поворачиваем на светофоре на улицу Виноградную. Она на карте вот так прописана. Я написала красными буквами, латинским шрифтом. Справа через дорогу ресторан «Кангаро». Вот как раз за ним будет наш, ну как отель, вилла. Мы идем по теневой стороне улицы, потому что на улице сейчас 34 градуса. Пекло. Вот так вот смотрим нашу улицу, переходим дорогу. Вот заборчик, это задний двор ресторана «Кангаро». Здесь небольшой проходик между домами. Вот слева тоже какой-то отель. А наш будет второй после него. Вот видать, вон там белый домик. Вот Женя поворачивает. Заходим. У нас свои ключи. Открываем вход гостевой. Есть вход, есть пройти прямо, там есть хозяйский вход. Над дверью находится камера, видеокамера. На хозяйской стороне в гостинице я видела компьютер включенный и работающую камеру. Ну, все видно. Так, вход вот туда, вправо, там хозяйская сторона, первый этаж. Там у них типа зала и кухня. Ну, мы поднимаемся на второй этаж. Видите, полы блестят, чисто промытые. На третий этаж мы не идем, мы там не живем. Наш второй этаж. Сейчас Женя откроет двери. И пройдем в комнату. Ну, комнату я вам уже показывала, так немножко еще пройдемся, покажу днем. Давайте пройдемся по балкону. Вот тут общие на несколько номеров. Двери закрыты. Так, это вот центральный вход. Утром здесь стояла машина. Остался велосипед. Поливочный кран. Может быть, кусты поливать? Проход. Значит, и на ту улицу можно пройти, и на эту. Мы с этой стороны заходили. Еще номер. И еще. Слон улицы. И вот навесы. И вот третий этаж. И там улица, по которой мы пойдем налево, в сторону пляжа. Вот вход еще один. Вот это наша вилла. Там горы красивые. И дорогу видать. Какой-то дымки. Тут вообще повышенная влажность чувствуется. Ну вот, напротив нашего номера растет вот такая пальма. Какие-то вот такие ягодки. Я даже не знаю, что это за пальма. Мы на фоне ее фотографировались. У нас много фотографий.
Так, вот на соседской крыше там виноград. Птички чирикают, слышно же? Столик наш, сушилка. Ну, такая комната уже обжитая. Вещи уже разложены. Вот в таком она у нас состоянии. На картинах вот стоят вот такие иконки. На всех картинах. И там, и там. Видимо, хозяева как-то защищаются. Людей же много разных, неизвестных. Ну, вот, наверное, своего рода такая защита. Стоят иконки. Технику мы всю, все гаджеты поставили на зарядку. Видите, бумаги. 3-4 рулона, и еще там висит пятый. Кстати, белье меняли, по-моему, дня через 2-3, а полотенце чуть ли не ежедневно. Сейфом мы пользовались, там были и деньги, и паспорта, ключи с собой носили. И вообще ключи от номера с собой мы не сдавали их. Видимо, у хозяев есть уже второй ключ, раз они убирались, меняли постель, все такое. Это мы собирали всякие цветы. Вот и показываю вам, что здесь растет. Такой он крупный шиповник, всякие шишки. Камешки в воде были очень красивые, высохли как-то не очень. Вот смотрите, я проснулась рано утром от шума дождя. Ночью вообще громыхал такой гром, сверкали молнии сильные, но я не выходила, не вставала. А сейчас уже вот посветлело, я вышла показать вам, какой дождь идет. Ну, еще очень рано, 6 часов. Я думаю, что все-таки он скоро закончится. Воздух свежий, такой дождем пахнет. Ну, у нас тут вот навес, видите, там вверху, и балкон не заливает. За 10 дней это был первый дождь. Больше дождей не было. Ну вот и все. Закрываю двери и будем досыпать. Слишком рано еще.